Всем салют, с вами я, Год. Ну что, чуть больше года осталось до выхода фильма «Мадам Паутина» от Sony, в котором речь пойдет о приключениях Кассандры Уэбб. И, конечно же, появляются кадры со съемочной площадки. Фильм снимается в Бостоне, но для зрителей это будет Нью-Йорк. И вот тут-то Бостон превратится в Нью-Йорк начала 2000-х. Это становится очевидным при просмотре некоторых просочившихся фото со съемок. На одном из таких фото запечатлено такси с рекламой скорости 3G, технологии, которую сейчас уже обогнали. Также можно заметить и другие полезные детали, позволяющие точно датировать год, в котором происходит действие фильма. И вот на помощь к нам приходит R&B-дива Бейонсе, добившаяся успеха в первые годы нового тысячелетия. На фасаде здания, которое, возможно, станет частью декорации, красуется гигантский плакат певицы. На постере изображена обложка первого сольного альбома будущей жены Джей-Зи под названием Dangerous in Love. Этот альбом был выпущен 22 июня 2003 года. Следовательно, именно благодаря афише, появившейся на фасаде здания, можно предположить, что по крайней мере часть событий «Мадам Паутины» будет происходить в 2003 году. Одним словом, художники-декораторы проделали хорошую работу и постараются передать атмосферу тех лет, возможно, используя песни в исполнении Бейонсе в качестве саундтрека. Что ж, с уверенностью можно сказать, что фильм «Мадам Паутина» будет частью паучьей вселенной. Съемки закончатся в сентябре. Кроме того, персонаж Мадам Паутины относительно новый. Ее нарисовал в 80-х годах Джора Мита-младший, и она была лидером женщин-пауков. Вот так! Всем спасибо, всем пока!